Олег, а ты же помнишь, что существует настоящий Титан ТВМН? Ты дебил, что ли? Конечно помню! Как можно вообще про него забыть? А что если я тебе скажу, что существует еще настоящая Титан ТВ-вумен? Не понял. Это что еще за ТВ-вумен за такая? Крупер, мне кажется, это какой-то фейк. И Сёма нас просто обманывает. У меня тоже на самом деле есть такие предчувствия. Да я вас когда-нибудь вообще обманывал? Вот Титан ТВ-вумен. И даже в Бравл Старсе. У нее всего лишь 999 ранг. Ага, только с этим твоим скибидистом она вообще на изи расправилась? Воу, ее что, уничтожили? Ага, и тут пришел ее муж и сразу же отомстил. Да, мне кажется, то, что этот скибидист зря нарвался на Титана ТВ-вумен. Ага, а мне кажется, что все было нормально. Так ей и надо. Да, ну вот он словил по щам, и я думаю, то, что больше выпендриваться не будет. Ага, я так же думала. Так, давай проверим, что там случилось с ТВ-вумен. Надеюсь, что она хотя бы будет в порядке. Блин, она лежит и даже не встает. И кажется, ТВ-мену это не нравится. А мне вообще прикольно. Ой, это что еще за чубзик? Дебил, блин, это вообще-то ваш скибиди-туалет. Ты, походу, его не признал, потому что он был слишком слабенький. У него всего лишь 500-й ранг в Бравл Старсе. Ага, да он вообще какой-то нубик. Сейчас Титан его тоже уничтожит. И мне кажется, то, что он это сделает просто с одного удара. Воу, это было мощно. Ах так, да. Окей, мы с вами еще разберемся. Подожди, там что, прилетает какой-то очередной скибиди-туалет? Воу, а здесь стоит ТВ-вумен. Она, походу, решила нам спасти. Ага, и у нее это получилось. Ура! Мы спасены! Это, конечно же, капец как офигенно! Так, стоп, у нас здесь камерамен и, походу, над ним проводят какие-то эксперименты. Не, Копик, его сейчас просто улучшают. Так, сейчас он точно станет намного круче. Его, походу, призабачили какую-то гигантскую пушку. Нифига себе, он сейчас точно станет в разы мощнее. Блин, это вообще плохо. Лучше бы, чтобы его вообще нафиг уничтожили. Не, нифига подобного. Как ты видишь, камераменчик остался в живых. И сейчас он справится со всеми вашими скибидистами. Ага, он уже выдвигается на охоту. Так, где там эти тубзики? А сейчас они придут, и вам будет просто хана. Нет уж, мне кажется, то, что ты ошибаешься. Стоп, спикермен, а почему снова зараженный? Ага, походу его еще раз заразили мои скибидисты. Ну что, схавал, да? Мне кажется, что это ненадолго, и скоро спикермена снова смогут вылечить. Да, он уже пошел выбивать из него вирусы. А мне лично кажется, что у него нифигашеньки не получится. Так, стоп, а что сейчас происходит? Походу, камераменчики выдвигаются на очередную операцию. И сейчас здесь где-то должны появиться скибидисты. Но их сразу же уничтожат. Воу, это пришел спикермен. Хана тебе, чувак. Вырубайте его. Ой-ой-ой. Там было больно. Капец, камераменчика просто вырубили. И оказывается, со спины был еще один скибиди-туалет. Ах ты жучара. Вообще, блин, крысятина. Да ничего страшного. Пришел камерамен, поставил лайк. Ты что, блин, рыбаешься? Я думаю, что наши подписчики должны быть такие же молодцы, как этот камерамен Титан. Ты имеешь в виду такие же дебилы? Нет, я имел в виду также поставить лайк на это видео. А дебил, походу, здесь только ты. А сейчас вообще-то обидно было. Мне вообще пофиг. Я думаю, что больше обид будет, когда вашего спикерменчика просто уничтожат. Не, его желательно уничтожать не нужно. Его надо просто вылечить. А вот скибидистов нужно всех просто размотать. Не, Копик, у вас не нифига не получится. Пока что мои скибидисты успешно атакуют вашего камерамена. Это называется успешно? Воу, а вот это сейчас было реально неожиданно. Кубик, а сейчас, походу, наша камера-вумен выйдет замуж. Нифига себе, мы что, оказались на какой-то свадьбе? И здесь даже в приглашенных гостях есть настоящий Титан и второй Титан. Кубик, стоп, это же Титан ТВ-мен. А кто сейчас здесь жениться-то будет? Ну, походу, жениться будет спикермен и... Подожди, камераменша? Не, Копик, жениться будет ТВ-вумен. Вот смотри, вот она уже пришла. Стоп, для того, чтобы пожениться, нужно просто поставить лайк. Не, Копик, лайк нужно поставить на это видео. А поженились камерамен и ТВ-вумен. Да уж, вот эта свадьба, конечно, максимально необычная. И походу камераменчику это просто приснилось. Ха-ха, походу он просто башкой сильно ударился, потому что его скибидисты избили. А вот это уже очень плохо. Ладно, хотя бы то, что нашего камерамена смогли спасти. Ага, это сделал другой камераменчик. И скибидисты
проигрывают. А мне кажется, что ты сильно ошибаешься. Сёма, вообще не выпендривайся. Ты просто посмотри, как твой скибидист сейчас получит по щам. Воу, это было больно Титану. Да, кажется, Титан Камерамен немножко пострадал, но сразу же вернулся. И сейчас он этого спикермена уничтожит. Ага, только здесь еще прилетел какой-то вертолет всего лишь с 20-м рангом в Бравл Старсе. На что он вообще рассчитывал? Он просто хотел взять и заразить вашего Титана, но у него нифига не получилось. Кстати, ты же видел эту камеру? О нет, это что? Настоящая камера от нашего камерамен Титана? Ага, походу его вырубили. Не-не-не, надеюсь, что этого все-таки не произошло. С какого вообще фига? Кубик, надеюсь, что с ним все будет в порядке. Это мы сейчас проверим, а походу на нашей секретной базе оказался еще и этот скибидист. Кубик, дебил, блин, это вообще-то наша секретная база. Че не видишь, там спикермен сидит, и его сейчас пытаются излечить. А, и это делает тот самый злой ученый, когда его уже вырубят. Кубик, ты че не помнишь то, что злой ученый потом стал капец каким крутым, а вашего камерамена походу спалили. Да уж, чувак, это было немного зря. Походу тебя сейчас просто уничтожат. Беги скорее! Кубик, смотри! Он должен успеть извлечь какую-то информацию о Скибиди, и я думаю, что она нам потом поможет! Офигеть! Это реально было круто! Но походу его все-таки поймали, и никакой информации у нас не будет. Да уж, вашего камераменчика просто вырубили. Стоп, это кто такая была? А это походу была ТВ Вумен Титан. Она вернулась, чтобы спасти камерамена. Юху, у нее все получилось. Стоп, а такую похожую серию мы как будто бы где-то уже видели. Прямо сейчас мы наблюдаем эту серию от лица Титана камерамена. И увидим, как он от первого лица сражался с этим скибидистом. Вообще-то не со скибидистом, а с настоящим спикерменом. Ну, вообще-то пока что он сражается на стороне скибиди туалетов, поэтому и он сражается со скибидистом. Стоп, он что, достал из него вирус? Ой, не-не-не, каким вообще нафиг образом? Ха-ха, и этот вирус он сразу размазал в лепеху. Это ты правильно подметил, у него сразу же стал нулевой ранг в Бравл Старсе. Ах так, да? Я думаю то, что мы еще сможем отомстить, но не в этот раз. Погоди, стоп, почему спикермен опять лежит около этого ученого? Кубик, походу его немножко размотали, и ученый подсунул туда снова вирус. Да с какого, блин, фига? Спикермен сразу же ожил, и он что, обратно вернулся на сторону скибиди туалетов? О-оу, походу да, нам... Хана! Не, нифига подобного, ведь у нас пришла настоящая ТВ Вумен Титан, и она сейчас нас спасет. Ой, кажется, ее немножко бабахнули. Но она все равно осталась целой, и прямо сейчас... Ой-ой-ой, это что такое происходит? Ее что, просто распилили? Ха-ха, Кубик, ну что, схавал, да? Вот так тебе и надо. Окей, ну я думаю, то, что нашего камераменчика сейчас немножко улучшат. И после этого он за ТВ Вумен точно сможет отомстить. Только нужно, чтобы это было как можно скорее. Камераменчик, давай, пожалуйста, чего ты ждешь? Подожди, сейчас они просто поменяют камеру у нашего Титана. Воу, это что, происходит как-то автоматически? Нифига себе, и мы прямо сейчас спалили лицо нашего Титана. Блин, Кубик, это было эпично. Перемотайте назад и пересмотрите, как он выглядит. Это, конечно, нужно обязательно сделать, но прямо сейчас у нас начинается новая битва против спикермена. Он снова сражается на стороне скибидистов. О-оу, камераменчика придавило, и его спасает другой камерамен. Чуваки, чего вы ждете? Быстрее поднимайте эту палку. Ой, что вы задумали? А, мы просто вас на изи размотали. О-оу, кажется, ТВ-мен тоже какой-то сильный. Да, этот Титан ТВ-мен точно не пальцем сделан. И прямо сейчас он ваших скибидистов всех уничтожит. Кубик, вообще-то так делать очень плохо. Зачем уничтожать скибидистов? Они же хорошие. Они очень плохие, ты просто посмотри. Они решили окружить нашего Титана и его уничтожить. Ой-ой-ой, ему сейчас будет очень больно. Нет, потому что пришла его жена... Титан ТВ Вумен и сразу же его спасла. Офигеть, она с помощью своего телевизора смогла реально спасти своего мужа. Это просто офигенно. Кубик, я думаю, это заслуживает, чтобы зрители нажали на кнопку поделиться. Ой, а вот это было очень больно. Телевизор просто отпилили. Эй, а почему моего скибидиста взорвали? Кто-нибудь мне это объяснит? Я думаю, что это и так было понятно. Просто ТВ-мен должен был отомстить за то, что у ТВ-вума снесли самый главный телевизор. Ну не знаю, мне кажется, что это было смешно. И так и должно было быть. Да, тогда то, что взорвали твоего скибидиста, тоже должно было быть на самом деле. Да, Сэмэн, и что ты скажешь,
если придут наши камераменчики и вас всех уничтожат? Да ваши камерамены вообще лошары, у него всего лишь 15 ранг. Зато пришла спикер-вумен, у которой 24 ранг, и она уже будет немножко посильнее. Да, но у моего скибидиста тоже 24 ранг, и он сейчас выиграет. Не, Сёма, ты очень сильно ошибся, его сразу же взорвали. Блин, у скибиди-тубзика сразу стал нулевой ранг в Бравл Старсе. Это было очень грустно. Нет, это было очень весело. Спикер-вумен вообще молодец. Вы что, блин, сделали? Это, походу, просто пришел какой-то новый титан. Ты, блин, еще кто нафиг такой? Кобик, это наша секретная разработка. Но зато спикер-мен смог спасти свою девушку, хоть он и был немножко слабее. Воу, ты реально просто на это посмотри. У спикер-мена всего лишь 15 ранг в Brawl Stars'е, но он все равно не сдается. И до последнего сражается с этими скибинистами. Я думаю, что этот поступок точно заслуживает лайкосика на это видео. А я думаю, что сейчас нужно придумать еще какие-то секретные разработки. Так, давай посмотрим внимательно. Что же здесь сейчас произойдет? Почему наши камераменчики такие слабые? Я не понимаю. Потому что они какие-то нубики. Пришел мой скибидис с 400 рангом. Воу, это конечно как-то много. И здесь, мне кажется, нам не хватает титана. Кропик, лисы, сейчас он придет. Только пока что камераменчики немножечко страдают. Ага, это ты правильно подметил. Потому что эти скибиди-туалеты каким-то образом смогли найти нашу секретную базу. Кубик, мы просто за вами проследили, и вам сейчас будет хана. Ой, или нам будет хана. Потому что у нас появился новый герой. Это же спикер-вумен, у которой 400 ранг в Бравл Старсе. Так, это получается теперь у нас равные силы. Не, нифига не равные. Потому что наш титан будет точно намного сильнее, чем ваши эти скибиди-нубики. Блин, Кубик, да, сейчас вообще-то очень обидно было. А мне на самом деле вообще абсолютно пофиг. Можешь обижаться дальше, но ваши скибидисты все равно проиграют. Стоп, Кубик, я правильно понимаю то, что мой скибидист сейчас настоящий Мистер Бист? Воу, он реально очень сильно на него похож. Но мне кажется, если бы Мистер Бист появился в этом сериале, он бы точно был на стороне камераменов. Нет, Кубик, вообще-то скибиди-туалеты намного круче, поэтому он появился на правильной стороне. Да, только его сразу же уничтожили. Ты просто... А, нет, он просто решил закинуть нам денег. Да, Кубик, это, походу, точно настоящий Мистер Бист. И они договорились с камераменом. Так, а сейчас я что-то даже немножко запутался. Что здесь вообще происходит? Чё ты, Кубик, не понимаешь? Ваш камераменчик вас предал. Его просто купили. Нифига себе, такого я даже не ожидал. И за ним точно нужно проследить. Что же дальше будет происходить? Ой, нет, Кубик, походу он сейчас будет уничтожать своих же камераменов. Мы должны это предотвратить. И сразу же его вырубили. Фух, хорошо, что не произошло ничего плохого. Или... произошло. Ха-ха, Кубик, просто этот Мистер Бист вас схавал. Он нас просто закидал какими-то деньгами. Блин, мне уже даже очень интересно узнать, что же там будет дальше. Если тебе тоже, то поставь лайк на это видео. А еще обязательно подпишись на канал и нажми на следующий видосик, тем более, что он здесь уже появился. Чего ты ждешь? Нажимай на него скорее.